Труженики полей Крыма, соревнуясь с хлеборобами Краснодарского края, Николаевской и Херсонской областей, вырастили хороший урожай зерновых и среди первых в стране выполнили социалистические обязательства по продаже хлеба государству. В совхозе «Славная» передовые комбайнеры намолачивают в день по 35-40 тонн пшеницы. Директор хозяйства, депутат Верховного Совета СССР Гаврилов и главный агроном Жуков уверены, что совхоз сдаст 6 тысяч тонн зерна вместо 3500 по плану. Уборка и сдача хлеба в Крыму продолжаются.